судові процеси і так далі. Слідуюче, стягнення. За, наприклад, безоплатне використання суб'єктами господарювання земельних ділянок під сезонними тимчасовими спорудами. Чи не секрет, як це робити? Інтернет відкрить, місто Київ, мер Кличко. Який це зробив? Нема документів. Закрить. Надо його. Що, власне не вистачає? Хватає. Зняти ці всі тимчасові споруди. І буде порядок. Або дати тим, яким може цей порядок наводити. Далі. Умови треба для платників. Консультувати їх. А основання? Є основання. Приказ, розпорядження ділається, вот, перевірок, удостовірення і так далі. І все вам покажуть податківці. Є одна велика проблема. Яка проблема? То, що всі постройки, які знаходяться в старому селі, всі земельні участки, не цільове назначення, житлова забудова. Не громадська житлова, а іменно конкретно житлова. І навіть в новому генеральному плані вони залишились як житлова забудова. Так вот там все вот эти, которые постройки, они априори все незаконны. У них не может быть ни технических паспортов, ничего, пока я имею в виду под размещение отдыхающих. Вот, и поэтому это комплексная проблема не только в отдыхающих, а в том числе и в других налогообложениях, как по свету, так и по воде. То есть, к примеру, это коммерческое использование уже земли. Вот, и поэтому тут, если куда-то подходить, то нужно подходить в комплексе. Это там тысячу раз уже поднималась эта проблема. То есть стоит целевое назначение житлова забудова у человека. У него бассейн, там, к примеру, на 100 кубов, которым он пользуется из центрального нашего водопровода, да, и платит по 7 гривен. Но использует в коммерческой цели эту воду. Знаете, то есть тут в чем прикол, короче. И по электроэнергии точно так же развитие сети. И на отдыхающих. И он никогда никого не запустит себе во двор. И, ну, и в этом плане будет прав, потому что это его житлова забудова, частная собственность. Давай. Вот если то, что снизу генерального плана сейчас пошло уже в новом, да, там уже идет громадская житловая, то есть это уже можно ее использовать под коммерцию, под коммерческую. Там уже, конечно, совсем другой подход, и там будет совсем другое целевое назначение этих строений, ну, будущих, которые будут. Вот оттуда можно будет черпать. На данный момент, сколько мы не рассматривали, сколько там разные комиссии не создавались, как заставить людей платить этот сбор, и они его могут платить только добровольно. Принудить мы их никак не сможем. А для того, чтобы они платили добровольно, вы правильно сказали, нужно создавать условия. Пока нет условий, они все плюются. Нам. Ну, и, да. Ну и как бы скажем так, и правильно делают, да? То есть мы приходили, я еще когда там при другом директоре коммунального предприятия, там Москалике, он там ходил, они говорят, так, там, ребята, там, сделайте дороги, там, сделайте то, я буду платить. Да, это неправильный подход, скажем так, с моральной точки зрения. То есть люди не хотят вкладываться, но хотят уже иметь. И инфраструктуру, там, и дороги, и тому подобное. Но в чем-то и они правы. То есть он говорит, я не вижу прозрачного использования своих денег. Он говорит, я сейчас заплатил вот вам там 1000 гривен. Говорит, покажите мне отчет, куда пошли конкретно на туристические инфраструктуру, да, куда пошли мои деньги. Потому что они пошли на премии селищному голове. Правильно, ну, он, правильно. Он, вот, понимаете, вот такой.